Почему я стал его поддерживать? Во-первых, солидарность с возрастом. Мне 70, он помоложе. Он помоложе, конечно, я постарше. Поэтому я заранее понял, что нужно достичь определенного возраста. Мудрость приходит попозже. Молодость, энергетика. Поломать, да, быстрее сделают молодые. А вот сохранить и построить нужна мудрость. Поэтому здесь солидарность с возрастом. И Хиллари тоже 69. Они уже устали от молодых президентов. Джон Кеннеди самый молодой был, чуть война ядерная началась. Поэтому все самые молодые, черт знает, что наделали. Вот уже в возрасте Рейган, уже, пожалуйста, более-менее. Он, к сожалению, подмял Горбачева, потому что мы молодого выставили. Если выставили против Рейгана Романова, Щербицкого, Гришина, была бы другая ситуация. Давайте молодого изберем. Старцы кремлевские ничего не могут. Ничего не могут, но и не ломают. Старый конь борозды не портит, но и глубоко не пашет. Это же известные поговорки. А что там, когда пашете глубоко, и все развалилось, все рухнуло?